последнее время в Курганской области выпадает большое количество осадков, что не характерно для летнего времени года. Мы решили поинтересоваться у начальника Шадринской метеостанции Татьяны Витальевны Носковой, чем это обусловлено. Она объяснила, что наша область в настоящее время находится под влиянием обширного малоподвижного циклона с центром над Ямалом. Необходимо отметить, что за текущий месяц выпало 170 мм осадков, что превышает норму на 87 мм. Средняя температура июля составляет 15,7 градусов Цельсия. И Татьяна Витальевна подчеркнула, что по сравнению с предыдущими годами это лето считается самым холодным. Уже урожайность может упадет по на уборку. Сейчас как раз вот уже как бы озимое идет созревание озимых, значит, должна начаться уборка. Вот. Такая вот погода, что скорее всего, что вовремя не начнут убирать. Наш регион, регион Свердловской области. Значит, если у них дожди, а у них осадков больше, чем у нас, значит, у нас они скидывать начинаются до хранилища, у нас подъем пошел. Все. Значит, у нас за сутки получается сегодня на 5 сантиметров подъем воды. В ближайшее время существенных изменений не ожидается. Лишь ближе к середине августа ненадолго прекратятся дожди. Средняя температура днем составит 19-24 градуса, ночью 10-15. Первая половина сентября обещает быть теплой, но уже ближе ко второй декаде установится дождливая пасмурная погода.